Казанский федеральный университет посетила делегация Китайской Народной Республики во главе с министром промышленности и информатизации Мяо Вэем. Для членов делегации из Поднебесной была организована экскурсия в музей истории КФУ. Экскурсовод рассказала о ярких страницах в истории Казанского университета, его ректоре, великом русском математике Николае Лобачевском, благодаря которому в университете появилась первая в России кафедра по изучению китайского языка. После экскурсии состоялась встреча представителей делегации со студентами-соотечественниками из Китая, обучающимися в КФУ. Всего на данный момент в Казанском университете учатся более 600 студентов из Поднебесной. Гость дня поблагодарил руководство Казанского университета и выразил надежду на то, что будет расширен перечень специальностей, на которых могли бы обучаться студенты из Китая в КФУ. Адель Шемилова, Владислав Михневский, Универньюз.